В Майкопе впервые проходит международный кинофестиваль. В курортный город на Северном Кавказе привезли 43 картины со всего мира. Не каждый поедет с провинции в Москву. Да? Мы идем к людям. В планах Саратов, в планах Краснодар, в планах такой город, как Надым. Лучший студенческий фильм – картина молодого режиссера из Ставрополя Дмитрия Москвитина. Он раскрывает тему столкновения ценностей двух поколений – современного и времен Великой Отечественной войны. Действительно, очень важно помнить историю, помнить какие-то исторические факты, которые происходили, и учиться на ошибках предков, на ошибках или на подвигах. Лучшей документальной картиной признан фильм «Свободный Китай. Мужество верить». Он раскрывает историю узников совести, практикующих древний цигун Фулуньгун. Они прошли через китайские трудовые лагеря и едва не стали жертвами извлечения органов. Древней духовной практикой, которая изменила их жизнь и поможет освободить нацию. Я еще рожденный в СССР, да, учился в советской школе, да, и там был пионером и помнил, что все, если сказала партия, да, сказали вот за это голосовать, все поднимали руки, голосовали, и не было, ну, практически ни у кого своего мнения, да, и не было, ну, как таковой свободы, это свободы мысли, свободы там вероисповедания и всего прочего. Да. Сейчас то, что переживал там СССР, да, переживала наша страна, еще в большей, в более жестокой форме, да, творится вот, ну, в Китае. Кинофестиваль проходит в течение 3 дней. Фильмы показывают в режиме нон-стоп.